На 12-й ежегодной самой красивой выставке «Шарм-профи» развернули свои стенды больше 120 компаний из индустрии красоты. Ногтевой сервис, массаж, прически и макияж, а также омоложение и оздоровление организма. Мне кажется, это одинаково – мода и красота. Потому что мода – это все связано с красотой. Женщина, она всегда остается женщиной. Может быть кризис, может быть проблемы, но она будет всегда женщиной. В этом году выставка «Шарм-профи» стала поистине международной. В Самару прибыло несколько автобусов со специалистами в области красоты. Москва, Казахстан, Владивосток. Мастера не только представляют свои умения и товары, но и проводят мастер-классы. Мы, как организаторы, ставим перед собой задачу наполнить деловую программу форума. Для того, чтобы посетителю было смысл сюда прийти, не только что-то приобрести, но еще и получить новые знания, новые бизнес-контакты, получить партнерство. Площадка для бизнеса и красоты будет работать 4 дня. Профессиональная выставка продлится до 9 октября. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События.